Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами свяжем вот такую шапочку для малыша с небольшим жаккардом. Шапочка несложная в исполнении. Жаккард этот, то есть тоже не очень сложный. Чем он мне нравится? Он очень хорошо тянется. Полотно эластичное, а с изнаночной стороны у нас нет никаких протяжек. Вот для этой шапочки я использовала два цвета пряжи. Вы можете комбинировать на свое усмотрение. То есть можно здесь и два, и три цвета. В ход может пойти даже остаточки. Это пряжа, которая у вас остается. Все зависит от вашей фантазии и вашего желания. Я вязала эту шапочку из австралийского мериноса фирмы Пихорка. То есть состав этой пряжи 95% мериносовая шерсть, 5% акрил. Чем мне нравится такая пряжа? Она очень мягкая, то есть подходит даже для деток с чувствительной кожей. В то же время она обладает такими свойствами, что поддерживает нормальную температуру тела, оставаясь сухой даже при повышенной влажности. Именно поэтому мериносовую пряжу комфортно носить и в жару, но в то же время она хорошо защищает от холода. То есть вот у меня два цвета, это белый и светлый моренго. Также нам с вами нужна две пары спиц. Разница между ними в полразмера. То есть вот у меня спицы четверочка, я ими буду вязать основное полотно. И спицы 3,5, я ими буду вязать резинку. Два маркера. Мы будем отметим затылочную часть и крючок. С помощью него я буду вязать завязочки к шапке. Я набрала на спице 62 петли. 60 петель у нас будет основное полотно и 2 петли кромочные. С помощью итальянского способа. Вы, конечно, можете набрать обычным способом или то есть тот, который вам больше нравится. Но мне для вязания резинок больше нравится именно этот способ. Подробно об этом способе вы можете посмотреть на моем канале. Для вашего удобства я добавила ссылочку в описании. Этот способ набора петель состоит из трех рядов. То есть вот он у меня уже готов. И сейчас я непосредственно перехожу уже к вязанию резинки. Нам надо будет провязать 6 рядов. Может быть, конечно, вам кому-то захочется сделать резиночку подлиннее. То есть все зависит от вашего желания. Но вот я решила связать 6 рядов. То есть мне этого вполне достаточно. Вяжем резинку. Наша резиночка с вами готова, то есть я еще раз хочу показать, как выглядит итальянский набор петель на резиночке, то есть край получается очень эластичным, вот таким чуточку закругленным. Но очень красивым. То есть мне этот способ очень нравится. Прежде чем приступить к работе, я всегда схематично рисую расположение, как у нас будет располагаться рисунок. То есть так как у меня только два цвета, вот белый и серый, то есть я вот так его нарисовала. Вы, если будете использовать, например, другие цвета, можете точно так же
такую комбинацию попробовать. Также можно, конечно, здесь использовать еще один дополнительный свет. Но все по вашему желанию. Ну, то есть, это у меня изображена резинка. То есть, мы с вами резиночку связали. Следующие два ряда у меня будет просто белой пряжей связано лицевой гладью. Я беру белую пряжу, прикрепляю ее к серенькой. Ниточку, вы видите, я не обрезаю, потому что через два ряда она нам потребуется. Беру, уже я основное полотно вяжу на спицы большего размера, то есть если у меня резиночка связана 3,5, то полотно основное я буду вязать на спицах четверочки. То есть я постепенно, то есть меняю цвет пряжи и также меняю номер спиц. То есть первую петельку мы снимаем, кромочную, и теперь вяжем уже белым цветом чулочной гладью. То есть первый ряд у нас будет с вами все лицевые петли, второй ряд будут все изнаночные петли. Я провязала два ряда лицевой гладью. Смотрим по схеме. То есть в следующем ряду, в третьем, мы будем чередовать серые и белые петельки. Кромочную петлю снимаем, провязываем лицевой белую петлю, серая у нас идет сзади, то есть следующая петелька у нас будет серенькая. Теперь мы берем белую пряжу, провязываем белой, следующая серые. То есть так у нас с вами будут эти петельки чередоваться. То есть вы здесь не очень делаете туго, чтобы полотно в конечном итоге у нас не стянулось. То есть маленечко ниточку прокладывайте послабже. И тогда у нас сзади, вот я вам сейчас покажу, видите, у нас полотно очень даже такое эластичное, хорошо тянется. То есть вот у нас так все с вами получается. Так мы с вами будем вязать до конца ряда. Я третий ряд довязала до конца. То есть вот такое у нас получился чередование серых и белых петелек. Вяжем четвертый ряд. То есть поворачиваем вязание. И весь ряд мы провязываем белой пряжей. Серую ниточку мы тоже оставляем, потому что через два ряда она нам потребуется. То есть мы четвертый ряд вяжем изнаночными петлями белой пряжей, потом перевернем вязание, и пятый ряд тоже мы провяжем, но уже лицевыми петлями до конца, тоже белой пряжей. То есть мы вяжем с вами еще два ряда белой пряжи. Я провязала два ряда белыми ниточками. То есть здесь вот уже видно наш рисунок, который получается. Смотрим по схеме. То есть следующий у нас с вами будет два ряда серой пряжей. То есть я поворачиваю работу, берем серую ниточку, кромочную снимаем, белую ниточку мы оставляем, потому что она нам через два ряда пригодится.
когда мы начнем вязать следующий ряд чередования серых и белых петелек. То есть сейчас мы с вами вяжем 2 ряда серой пряжей. Один ряд у нас будет с вами изнаночными петельками, следующий ряд у нас будет с вами лицевыми. Я провязала 2 ряда серой пряжей. То есть смотрим на схему. У нас это 8-й ряд. То есть в 8-м ряду мы с вами опять будем чередовать серую и белую пряжу. То есть так как 8-й ряд это у нас изнаночный, мы ниточки будем прокладывать уже перед петлей, чтобы протяжечки у нас, вот которые вот были, мы вязали третий ряд, мы ниточки прокладывали за спицей, они у нас потому что с изнаночки. Теперь, так как мы вяжем изнаночную сторону, мы ниточки будем прокладывать перед петлей. То есть, и вот единственное, я тоже решила, вот по рисунку видно, что мы петельки будем размещать, здесь вот была серая, то есть в следующем чередовании здесь у нас должна быть белая. Но это лично я так решила, но вы можете сами чередовать, как вам понравится. То есть здесь у меня была серая петелька, то есть у нас кромочная и первая сразу петля будет у нас белой пряжей. Кромочную мы с вами снимаем, и теперь у нас уже с вами идет белая пряжа. То есть мы берем и провязываем эту петельку изнаночной петлей, ниточки меняем, вяжем серенькую, опять ниточки меняем, вяжем белую. То есть у нас наша пряжа находится перед вязанием. Сейчас я вот еще одну петельку провяжу, перевернем, посмотрим, что же у нас получается с вами на лицевой стороне. То есть вот такой рисуночек. И продолжаем также вязать, то есть чередуя серую и белую пряжу. Чем мне вот нравится этот узор? Он очень простой в исполнении, потому что вам надо знать только лицевые и изнаночные петли. Но вы по своему желанию можете скомбинировать цвета, какие только вы пожелаете. Как обычно, всегда у нас от вязания крупных вещей остаются небольшие клубочки. Мы не знаем, куда их пристроить. Ну, вот я нашла такой способ, что можно эту пряжу как-то между собой сочетать, и всегда получится прекрасные изделия, которые смотрятся превосходно. То есть вы можете сочетать в одной цветовой гамме, например, вот решили вы там в голубой гамме, то есть тут можно, например, там светло-голубой, темно-голубой, темно-синий, все это вместе. Можно наоборот сыграть, например, на контрасте. Там какие-то яркие цвета, например, лиловый, ярко-желтый, ярко-красный. То есть у вас получится изделие очень красивое, и в то же время, как вы своим остаточком пряжи найдете нужное применение. Так мы вяжем до конца ряда. И уже затем мы перейдем к вязанию только серой пряжей пока. Я ряд провязала до конца. То есть у нас это так с лица. С лицевой стороны, это у нас с изнаночной стороны. Смотрим по нашей схеме. Следующих 2 ряда, 9 и 10, мы вяжем серой пряжей. То есть первую петельку я снимаю и продолжаем работу.
То есть ниточку беленькую так мы и не отрываем, потому что через два ряда она нам с вами потребуется. Вяжем два ряда, то есть один ряд лицевыми петлями, следующий ряд, десятый, изнаночными петлями. Я провязала два ряда серой пряжей. Смотрим по нашей схеме. То есть у нас идет 11 и 12 ряд. Вяжем белой пряжей. То есть 11 ряд будет у нас белой пряжей, все лицевые петли, 12 ряд изнаночный. Мы будем вязать с белой пряжей изнаночными петельками. То есть кромочную снимаем и продолжаем вязать белой пряжей. То есть у нас с вами получается следующая полоска из белой пряжи. Два ряда. Я провязала два ряда белой пряжей. Смотрим по нашей схеме. У нас с вами теперь получается вот 13 ряд. Мы будем чередовать серую и белую пряжу. Сейчас у нас с вами ниточка будет при чередовании проходить за полотном. То есть белую петельку мы провязали. Следующая у нас с вами серая. То есть берем серую пряжу, вяжем петельку. Следующая у нас с вами белая. То есть все повторяется. Этот ряд такой же, как и вот третий. Ниточка у нас проходит за работой. Чередуем белую и серую пряжу. Не забываем, что вяжем немного посвободнее, послабже, чтобы полотно у нас за счет смены пряжи в конечном итоге не стянуло бы полотно. То есть вот здесь оно, видите, вот так слабенько. Здесь оно, видите, хорошо тянется. То есть размеры хорошо сохраняют. То есть так мы с вами провязываем 13 ряд. Я провязала до конца ряда, то есть чередуя петельки белые и серые. Сейчас я серую ниточку отрезаю, потому что она уже нам пока сейчас не нужна. То есть теперь мы вяжем только белой пряжей. Изнаночные ряды изнаночными петельками, лицевые ряды лицевыми петлями, то есть чулочным полотном. Будем это мы вязать до того, как начнем формировать макушку у нашей шапочки. После последнего ряда с рисунком я провязала еще 12 рядов. То есть вот у меня в общей сложности получилось 11 сантиметров. Теперь мы будем вывязывать уже затылочную часть шапочки. Будем вязать по принципу пяточки. Для этого мы вязаное полотно делим на 3 части. То есть у меня 60 петель. Я поделила по 20 и отметила маркерами. То есть теперь мы будем вяжем так. То есть провязываем сначала до первого маркера. Провязываем до первого маркера. То есть первые 20 петель
я провязала. То есть маркер я перекидываю. Теперь мы 20 петель вяжем затылочной части. То есть нам с вами надо дойти до второго маркера. Восемнадцать, девятнадцать, вот она, 20-я петля. То есть мы теперь 20-ю петлю затылочной части будем провязывать с первой петлей боковой части. То есть мы просто провязываем 2 вместе. У нас на боковой части петельки постепенно убавляются. То есть здесь у нас осталось с вами 19 петель. Переворачиваем вязание. Первую петельку снимаем и вяжем также до первого маркера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19. То есть вот она, наша 20-я петля. То есть я маркер снимаю. Мы 20-ю петлю затылочной части провязываем с первой петлей боковой части. 2 вместе изнаночной. То есть теперь у нас с вами получается 19 петелек здесь, 19 петель с другой на другой боковиночке, и затылочная часть, так она без изменений, 20 петель. То есть по такому принципу мы будем с вами убавлять до тех пор, пока на боковых частях не останется ни одной петельки. Но также нам надо постепенно убавлять и затылочную часть. Я вот вам хочу показать, вот у меня уже есть готовый чепчик, то есть как это сзади выглядит. То есть вот видите, чтобы у нас и затылочная часть тоже постепенно убавлялась, потому что если мы ее выведем прямо, то здесь у нас будет очень широко и к шейке не будет неплотно прилегать. То есть внизу у нас с вами должно остаться где-то 10-12 петель. Ну и тут, да, где-то около 4 сантиметров. То есть должно остаться. Так как у меня вот затылочная часть 20 петель, нам надо убрать 10 петель. То есть 10 петель, это значит, мы будем это делать 5 убавлений. То есть я вот для себя нарисовал так схематично. То есть вот написал 20, мне надо будет убавлений, чтобы ушли боковые петельки. И вот отметила, в каком убавлении надо убрать вот эти петли затылочной части. То есть во втором убавлении, в шестом убавлении, в десятом, в четырнадцатом и восемнадцатом. Сейчас у нас с вами как раз второе убавление. То есть я хочу показать, как я это делаю. То есть вязание повернули, первую петельку снимаем и вяжем с вами. Вяжем всю затылочную часть. То есть я дошла до конца затылочной части. То есть у меня осталось 2 петли. То есть нам надо вот эту одну петельку с затылочной части убрать. То есть я как делаю? Эти 2 петли я меняю местами. Для чего? Чтобы был более ровный и красивый край. То есть вы увидите потом, как у нас все это получится. То есть вот эти петельки, которые мы в одном ряду провязываем, а когда переворачиваем, ее просто снимаем, за счет этого получается ровная цепочка. То есть 2 петли затылочной части и 1 петля боковой части. То есть 3 вместе мы с вами сняли. Теперь вязание поворачиваем и вяжем затылочную часть. Первую петельку мы с вами сняли и вяжем затылочную часть.
То есть вот затылочную часть мы практически привязали, осталось у нас две петельки. Точно так же мы меняем местами, чтобы у нас вот эта петелька крайняя была сверху. Теперь мы провязываем вот две петельки затылочной и одну петлю боковой части. Вместе переворачиваем вязание и продолжаем вязать. То есть вот у нас сейчас третье убавление, то есть мы третье, четвертое и пятое убавление мы с вами вяжем, не убавляя в затылочной части. То есть теперь у нас с вами в затылочной части будет 18 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот она, наша 18 петелька. То есть мы ее провязываем вместе с боковой частью. Вот, привязали. Вязание поворачиваем и продолжаем так вязать, пока у нас пока мы не провяжем все петли боковой части. Я вязала до последнего ряда, то есть у меня на боковых спицах осталось по 2 петельки, то есть лицевая петля и кромочная, и на другую точно так же по 2 петельки. На боковой части у меня получилось 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы сейчас делаем последнее убавление. Снимаем первую петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть в последнем ряду я последнюю и кромочную петли провязываю вместе. Так у нас получается плавный переход. Теперь поворачиваем вязание и еще наших 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть 10 петля затылочной части и 2 петли от боковой. То есть мы точно так же провязываем 3 вместе. Все. Посмотрим, что у нас с вами получилось. То есть это у нас затылочная часть. То есть мы... Сейчас я аккуратненько развожу. Здесь у нас постепенно мы убавили его. То есть сзади у нас вот так. У нас спереди. То есть теперь нам с вами осталось связать резиночку, которая будет около шеи, и сразу завязочки. То есть как я это делаю? Мы с вами ряд довязала. То есть теперь мы из боковой цепочки, вот здесь, которая у нас образовалась, так как мы последнюю петлю вяжем изнаночной, а первую снимаем, то есть у нас вот здесь такая получилась цепочка. Вот из нее мы и будем делать наши петельки. То есть вдоль нее мы будем набирать. Сейчас у нас с вами изнаночная сторона, поэтому петельки надо будет делать от себя. То есть мы ниточку под спицу заводим и вытаскиваем петельку. Потом следующий, вот у нас следующий, то же самое же, заводим и достаем. Следующее и достаем. Кому удобно, можете делать с помощью крючка. Мне это очень тоже нравится. То есть здесь вам легче. То есть крючочком вы вытаскиваете петельку
и одеваете ее на спицу. Точно так же, то есть в эту цепочечку, вот она, кстати, цепочечка. Вот. Это у меня ниточки. Клубочек один попался оборванный, поэтому вот я ее так сюда. Вот. Я эту ниточку вытаскиваю. Вот она, и одеваю. Ну, я, например, делаю, можно и так. Как вам удобнее. То есть это уже никакой роли не играет. То есть главное, мы из боковой цепочки набираем наши петельки. То есть у нас с вами работа получается вся без швов. То есть нигде даже мы ниточку не обрываем. И нигде мы не сшиваем. Спицу уберу, чтобы она вот сюда зацеплю, чтобы она не мешалась мне. И вот последняя наша петелька. Так, вот она, наша последняя петелька. Так, считаем, у нас, значит, с вами получается вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. Это 10 затылочных, значит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петелек. То есть мы вязание поворачиваем. И теперь сразу же начинаем вязать резиночку. Так, единственное, что надо не забыть перейти на спицы меньшего размера. Теперь мы вяжем уже резинкой. Первую петлю снимаем. Здесь у нас с вами лицевая и изнаночная. Вяжем затылочную часть. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И то есть теперь вдоль боковой линии, то есть точно так же у нас вот здесь вы видите, сейчас я покажу эту цепочку, то есть вот она здесь прекрасно видна. То есть мы точно так же добираем петли. То есть вот здесь. И считаем, сколько у нас, значит, 17 кромочная петля. То есть мы здесь точно так же продолжаем вязать. Первую петельку снимаем. 1, 2, 3, 4,
16. То есть у меня вот получается 16 петель на боковых по бокам, то есть и 10 петель центральной части шапочки. То есть сейчас я вот довяжу ряд до конца. Мы с вами посмотрим, что получится. Закончила вязание, повернула, то есть у нас с вами вот так получается наш чепчик, то есть вот он, и вот здесь у нас с вами резиночка, то есть здесь уже высоту этой резиночки вы можете сами, то есть отрегулировать. Ну я вот посмотрю, я, наверное, буду, может, 4, может быть, 5 рядов вязать. То есть так, все зависит от вашего желания. То есть продолжаем вязать вот эту резиночку. Я провязала 4 ряда. Резиночка у меня получилась, ну, почти 2 сантиметра. Этого вполне достаточно. Сейчас мы с вами будем вязать завязки к этой шапочке. То есть мы снимаем первую петельку на крючок. Я делаю завязочки с помощью крючка. Спицу убираем пока, она нам не нужна. Стороночку. И набираем цепочку из воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот у меня получилась такая веревочка. То есть это где-то на 9 и еще 9. Ну, сантиметров 17. То есть мне, по-моему, это достаточно. Но все зависит от вашего желания. То есть вы можете сделать ее покороче или подлиннее. Это все от вас зависит. То есть теперь мы, не переворачивая работу, начинаем вязать на цепочке столбики без накида. То есть протягиваем ниточку. У нас на крючке 2 петельки. И делаем вместе. Также 2 вместе. Еще у нас с вами одна петелька. То есть вяжем столбиками без накида. Вы, конечно, можете связать завязочки отдельно на спицах, потом пришить к вашей шапочке. Можно даже взять какую-то тесьму, точно так же пришить. То есть все зависит от вашего желания. Мне самой больше нравятся именно вязаные завязки. Во-первых, они очень хорошо держат форму, не вытягиваются, они очень мягкие, что немаловажно, когда мы завязываем шапку и убираем завязочки или под комбинезон, под куртку, под конверт. То есть они не создают никаких неудобств для вашего малыша. То есть мы с вами так будем вязать
до конца нашей цепочки. Вот она наша, получается, завязочка. То есть мы вот сначала свяжем одну завязочку, потом закроем нашу резинку и потом уже будем вязать вторую завязочку. Так, то есть здесь вот у меня осталась одна петля. Теперь мне нужна спица, то есть я петельки на спицу. Так, вот здесь у меня последняя петля, и я уже беру петельку со спицы, две вместе, и переношу с крючка на спицу. Крючок нам пока не нужен. То есть вот посмотрите, вот получилась наша вот такая завязочка, то есть ровненькая. И теперь мы начинаем закрывать резинку, которая будет у нас около шеи. Ну, закрыть вы можете любым способом. То есть там две вместе, и так будете постепенно закрывать. Можно закрыть крючком. Но я всегда закрываю эластичным способом. То есть как я это делаю? Первую петельку я снимаю. Сейчас у нас с вами изнаночная петля. Я делаю накид от себя. Провязываю изнаночную петлю. Через нее перекидываю накид. И предыдущую петельку. Следующая у нас лицевая петля. Мы накид делаем к себе. То есть накид, лицевая. Через лицевую мы перекидываем. Перекидываем петельку и следующую. Теперь изнаночная. То есть накид от себя. Изнаночная петля. Перекинули. И следующую петельку перекинули. Получилась одна. Лицевая. Накид к себе. Провязали. Перекинули. И эту петельку перекинули. Так мы с вами будем делать до конца ряда. Я закончила шапочку. То есть закрыла ряд. Вот такой у нас, видите, получился, когда закрываешь с помощью эластичного способа закрытия. То есть, видите, петельки хорошо тянутся и в то же время возвращаются на свое место. Потом провязала еще одну завязочку. То есть наш шапочек с вами готова. То есть вот так она у вас с лица. И вот с изнаночки. То есть мне осталось убрать только две ниточки. Я хочу показать, то есть мы с вами связали шапку, не отрывая, даже не обрывая нигде нити. То есть здесь вот у нас эта ниточка была начало, когда мы набирали, а эта ниточка, когда мы с вами довязали. То есть нам остается с вами только убрать две вот этих ниточки, и наша шапочка будет с вами готова. То есть вот она, наша шапочка. Надеюсь, все было вам понятно. Если какие-то возникают вопросы по поводу вязания, то пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Также вы меня можете найти ВКонтакте или посетить мой магазин на ярмарке мастеров. Там же на ярмарке мастеров вы можете приобрести пряжу, из которой я вяжу то или иное изделие. Все ссылки вы увидите в описании. До новых встреч!